Всем привет! Сегодня у нас в обзоре микрометр советский 50 на 75 миллиметров. Пенальчик. Вот такой деревянный. Все как раньше делали, упаковывали. Выпускной аттестат на микрометр типа МК. И можем вот здесь вот посмотреть 1 ноября 59 года. Вот сколько лет уже прошло, а он находится просто в идеальном состоянии. Вы посмотрите на него. Вообще, ему года нипочем. Вот что значит советское качество. Итак, он у меня был выставлен в интернет на продажу. И сегодня набрал клиент и купил его за 300 гривен. Поэтому сейчас нужно уже идти отсылать. Так, и что я еще хотел добавить? Микрометр – это высокоточный прибор, предназначенный для измерения линейных величин абсолютным методом. Чтобы определить его показания, необходимо просуммировать значение шкалы стебля и барабана. Вот такая небольшая краткая инструкция для тех, кто не знает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!